усыпанные песком виллы заброшенные. Прилетели в Пхукет, сразу говорю, выходите с терминала, идете влево до конца. Здесь вот такие вот терминалы с мини-автобусом. Наш отель Айчикин, 4 звездочки. Ну, на 4 звездочки, конечно, он не тянет, но тем не менее, готов посоветовать. Тут такая вот движуха происходит. Эти офигенные блинчики с бананами и с нутеллой. И здесь это главная вот боксинг-арена. Проходят тайские бои. Рестораны с офигенным дизайном. Руссо-туриста. Вот так вот. Потонг-бич, здесь вот присутствуют флаги разных стран. Британии, там сзади Турции. И здесь вот, вот так вот внезапно флаг ЛДПР. Русские пошли дальше. Пляж из фильма «Бич» Леонардо Ди Каприо. Thank you.
офигенный арт-шоп. Вот таким вот офигенным артом вообще. Та улица с уличной хавкой. Все кушают по дешману. Мне вызывает такое ощущение, что здесь было лучше и дешевле. Чувак попал на Леди Боя. А здесь половина России переехала уже в Таиланд. Русская музыка, русский вывески, все по-русскому. Даже слышно вокруг меня русские. Все. В общем, все для наших. Заведение называется Emotion Massage. 250 дирхам стоит. Типа hot deal, full body massage, foot massage и time massage. Найдете его напротив заведения Nautinurus. И грузовички заделаны. Азиатский дождь. Приятный такой. Так соскучился по дождю. Of my mind, don't go so soon until you're mine. This will not end. I'm stopping time, just me and you on time now. You're sitting there, I drift away. I sign my name, this game we play. For real, kiss me, I'm underway. A spell I can't get out. Мы приехали на статую, наверное, самого большого Будды, которого я когда-либо видел. Я помню точно, что в Бирме был Будда меньше, в Неаполе. В Гонконге, наверное, все-таки был побольше. Просто гигантская статуя. Далеко от Будды находится такой вот храм. Такая интересная тема происходит. Чувак подметает, собирает порох, забрасывает порох в печь, такую специальную, внутри стреляет. Из нее идет такой запах пороха с вон той трубки сверху. Этот порох купается в такие коробки. Этот порох забрасывается вот туда, внутрь. И получается бум-бум. Ну это типа на счастье.
называется семейный бизнес.